Так, а это что у нас за грибы? Сейчас мы проверим. Что это такое желтое, такое, похоже на опята. Ну, сейчас проверим. Очень похоже на опята, сейчас я один срежу. Так, а да, да, это опята, но ложные. Называется опенок ложно-серный или желто-лимонный, в общем, как-то так называется. Это не лось писал, а это писал другой какой-то зверь. Нехороший зверь, противный зверь. Они реально несъедобны. Их вот такие опята не берут. Вот даже если я белочки вот так положу, белочка, скажу, белочка, белочка, скажу, приходи, я тебе грибок нашел, желтенький, красивенький, вкусненький. А белочка что, дура, что ли? Белочка не придет. Скажет, нет, не соблазнишь ты меня таким плохим грибом, потому что он ядовитый. Вот обычные опята, они точно так же выглядят, только они коричневенькие, красивенькие, такие блекленькие, а эти яркие, эти как понтуются, как будто их радиацией облучили. И они такие прямо вот ярко-желтые, такие лимонные. Вот, значит, ядовитые, все. Вот только так определяется и все. По-другому нет. У них тоже вот пленочка здесь есть под шляпкой. Они тоже растут группами, как настоящие опята. Но несъедобные.